Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посетить вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сером 1 Хлеплей, первый серый. У них здесь Кирилл Путбуль. И сегодня, пацаны, я вам покажу новое здание, какое обнаружил буквально сегодня. Не знаю, когда его добавили, серьезно. Я просто, когда ехал, когда увидел, просто охренел. Ну, короче, смотрите, вот это здание. Вот такое вот в Батырево просто. В Батырево возле банка находится вот это здание, где раньше было СМИ, еще когда домик деревни серый назывался. И вот здесь вот такое вот здание, смотрите, просто вот. Такое вот здание, это просто жесть, реально. Это, блядь, просто жесть. Я вообще не знал, что это такое, но в итоге знаете, что это оказалось? Это оказалось, короче, агентство для убийства. Видите, здесь пистолет такой крутится. Ну, блин, могли бы хотя бы куда-то сюда его сделать, а не, блядь, прям вот здесь, непонятном месте, серьезно. Возможно, здесь что-то будет другое, но пока что здесь вот такое вот агентство, короче. И вы можете здесь секретный сервис, короче. И так далее. Я уже снимал насчет секретного сервиса. Здесь вы можете заказать убийство. Возможно, здесь тут что-то поменялось. Так, обращаясь к нам, вы переступаете закон. Вы точно хотите? Да. И здесь пишите ник. Вы хотите заказать какого-то человека. Напишите его ник, полный ник и так далее. Здание очень красивое, на самом деле. Вот здесь такой татуарчик идет. Все красиво, вот, кстати, Мурка стоит. Я на ней катаюсь, короче. И вот такое вот здание обнаружил, блин. Он довольно круто, здесь можно реально тусовку устраивать. Можно сделать, типа, авторынка в Батырево. Тоже, потому что парковка реально большая. Понимаете, я просто ехал в банк бабок снять, потому что у меня вообще нет на счету бабок. И вот ехал и, смотрите, просто увидел это здание. Ну, реально, оно очень красивое, очень классное, серьезно. Мне реально это здание по кайфу просто. Ой, еще дверьки вот так закрывать можно, это круто. Не, ну блин, реально здесь можно, вот парковочка есть, можно реально здесь тусовку устраивать. Это было бы очень круто. Так, здесь, кстати, пробегу или нет? Нет, здесь я не пробегу, давайте я бегу полностью. Ну, это типа агентство для убийства, короче, как я понял. Ну, блин, выглядит очень круто. Ну, было бы круто, если, типа, знаете, сделали бы интерьер, чтобы в середину заходить и так далее. Честно говоря, не знаю, вот вы обращали раньше на это здание внимание? Ну, я уверен, что оно, когда ГО ввели, его не было. Его недавно по-любому добавили, потому что я его не видел. Возможно, я такой слепой, возможно, не знаю. Но здание очень прикольное такое. Здесь реально, ну, я уверен, что вот этим никто пользоваться не будет. Но все же, блин, здесь можно реально тусовку устраивать, потому что парковка большая. Можно, типа, авторынка сделать, либо будем мы здесь тусоваться с вами, я и вы, мои подписчики. То есть мы вместе все будем тусоваться. Не знаю, вот люди стоят, блин, просто они не являются этому зданию, но я реально просто охренел. Здание очень крутое, поэтому можете приезжать посмотреть. Вот такой вот был коротенький видосик, решил вам показать все, что и как, потому что новое на Мазинге уже редко бывает. Убрали чипы, их убрали навсегда, поэтому печалька, просто печалька, пацаны. На этом у меня все, всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.